Здравствуйте все. Начинаем вечер джаза, переходящую в ночь футбола. Пока что джаз. Больше будем играть, меньше говорить. Thank you.
Спасибо. Мы начали наш концерт пьесы Маккоя Тайнера, называлась Passion Dance. И в ее участии принимал, в ее исполнении принимал участие Сергей Баулин. С корабля Мадол. Потому что он принимал участие в джазовом теплоходе. И его слегка укачало. Максим Шидин, гитара, Александр Зингер, барабаны. И я Владимир Стеренко. Очень благодарен клубу Алексея Козлова за возможность выступать и играть на этом замечательном инструменте. Это Hammond C3. Сейчас мы сыграем несколько пьес, которые вошли в пластинку, которая выпущена издательством фонда ArtBeat два уже года назад. Она называется «Органология». Возможно, вы ее сможете приобрести здесь же в клубе. Я не знаю, осталось ли. Мы сыграем три пьесы оттуда, и первая из них называется, собственно, называется сама пластинка, она называется «Органология».
Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это была моя пьеса. Одна из пьес из несуществующего цикла «Жизнь и приключения Мурзилки». Хорошо играть и существующую музыку. Очень приятно. Мы закончим наше первое отделение, сделаем небольшой перерывчик, но прежде чем закончить его, мы сыграем известный джазовый стандарт. Это тема Джорджа Гершвина «Fascinating Rhythm», «Чарующий ритм» в некой аранжировке, непростой. Почему-то. Thank you.
Спасибо, Александр Зиндер, ударный. Максим Шилин, гитара. Владимир Дмитриенко, орган. У нас небольшой перерыв, действительно небольшой, потому что мы тоже хотим смотреть футбол. Дорогие друзья, мы без лишних церемоний продолжаем наше музицирование. И сейчас мы бы хотели осуществить такой микро-трибьют группе Beatles. Дело в том, что в свое время был написан ряд аранжировок на их песни. И сейчас три из них мы вам представим. Первая из них — это аранжировка на песню Джона Леннона «Across the Universe». А, нет, вру! Первая — это вовсе даже аранжировка на песню Пола Маккартни «From Nova». А то, что я произнес до этого, будет чуть позже. Хватайся за микрофон. Thank you.
Спасибо сейчас мы начнем с приглашения Сергея Баулина вновь. И с ним мы исполним аж три произведения подряд. Первое – это аранжировка на песню Джорджа Харрисона «Something». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это песня Джорджа Харрисона «Something». А следующая будет песня Джона Леннона «Across the Universe». Thank you.
Спасибо. Мы, пожалуй, будем начинать заканчивать наш сегодняшний вечер и сыграем пьесу, которая называется «День независимости». Джон Леннон, Пол Маккартни.